Армянские военные в очередной раз продемонстрировали уровень своего профессионализма. На этот раз, как сообщает газета «Грапарак», обеспокоенные тем, что азербайджанцы могут беспрепятственно пересечь границу и добраться до села Гора-Кельсе, армяне приняли решение заминировать участок в районе села Хазнавар, укрепленной общиной тех продолженностью примерно 1 километр. Бывший глава общины Варо Григорян в беседе с изданием подтвердил это, заявив, что большего рассказать не может. Также стало известно, что местное население не было предупреждено о минировании. Об этом жители села узнали, когда лошадь одного из них подорвалась на мине, сообщает газета. И в самом деле, к чему предупреждать мирных жителей, если потом можно было бы обвинить Азербайджан в совершенном самими же армянами преступлении, предварительно по старой традиции удесятерив сообщениях число жертв?